Я не знаю таких слов. Не знаю, слово «конфликт» знаю, конфликт – основа драматургического произведения. «Карабах» не знаю. Если будет вопрос про Украину, тоже не знаю ничего. Ничего не знаю. Единственное, что я знаю про Украину, что услышал краймуха, что после акции «Кто не прыгнул, тот москаль» откололся Крым. Почему-то. Ну, в Крыму тоже не был, меня не зовут. 20 лет назад только был. Поэтому это все мимо меня.